Уважаемые друзья, приветствую вас всех на своем канале. Сейчас хочу вам показать такую вот красоту. Ну что, прощай, Донбасс, привет, Кавказ. Ночью остановились, вот идеально, идеально. Дождь идет, это ничего не пугает нас. Вообще красота. Ребята, красота неимоверная. Оазис. Даже и дождь не мешает мне снять для вас это. Да вообще. Очень-очень красиво. Не знаю, как тут фокусируется все. Пальмы, слоны. Видите? Вот она, слониха. Слониха. А вот он, слоненок. Вот он, маленький слоненок. Семейство слоновик. Вот он, фудкорт. Заходили мы уже, покушали там мороженого. Так, ничего не покупала, потому что еды полно с собой. Что брали, не съели. Очень-очень красиво. Не знаю, что уже. Люди выдвигаются, водитель выглядывает. Но хочу вам все-таки показать, ребята. Хочу показать. Ждите моих съемок из города Сочи. Будем показывать вам все. Дорожки нету, нужно обойти. Там дальше такая красота. Мы с вами часто путешествуем, но в этом месте мы еще с вами не были. Конечно, это не сравнить. Конечно. Классное место. Стала комментировать, так как люди стояли, думаю, ладно, не каждому понравится это. Вот наш лайнер. Вы уже видели. У меня ночные съемки, но в основном это съемки природных явлений. А такие красивые места мы еще не снимали. Я, честно говоря, в этом месте никогда еще не была. Это впервые здесь. И хотела бы с вами поделиться. Вот наш лайнер. Вот он.
думаю, еще увидите много интересного, привлекательного видео у меня, так как все только начинается у нас. Путешествие наше только начинается. Не пропустить свой автобус. Сейчас глянем, люди там что. Потихоньку выдвигаются. Поэтому с краешку показываю вам. Хотя там дальше, возле ресторана, вообще идеально. Возможно, буду ехать назад, сниму более объемней, потому что я была, ну как, не была, а я сейчас с детьми. И как бы тоже нужно было уделить им время, вообще-то. Купить что-то там, мороженое поели под дождю. Полиция приехала, по-видимому, кушать. И, конечно, приехали покушать. Покажу, какие лавочки здесь красивые, необычные урны. Все красиво и привлекательно вообще. Дальше туда уже времени нет пойти. Обязательно, обязательно на обратном пути, ребята, сниму вам все вот это вот. Потому что буду возвращаться, так как уже люди столпились возле нашего автобуса. То буду еще ночью догонять. Время, ребята, 3 часа ночи. Настоящему блогеру вообще не спится. Такое вот, такую погоду. Дождь идет. А мне все съемок охота. Буду выдвигаться назад. Вот так вокруг обойду сейчас. Думаю, что это отсвечивается. Фонари отсвечиваются. Нет. Спасибо, водители, остановились в таком красивом месте. И далее чуть-чуть поснимать. Конечно, мешает мне сумка. Потому что с документами, с деньгами, все при мне. Ребята, буду заканчивать. Всем пока!